И всем привет, с вами я, Александр Сачков, и сегодня мы играем в CS 1.6 на моем сервере, и в общем, давайте начнем. В общем, ребята, давайте, мы погнали уже. Окей, так, врагов пока что нету. Мы играем на турнире, точнее, сражение, понятно, против моих друзей. Окей, друзья, так, они уже бегут сюда. Так, давай-ка. Ну, слышно то, что они бегут. Да, ребят? Так. Ой. Как пошло, ребят. Да уж. Так. Окей, ребят. Убиваем еще одного. Так, теперь можно разминировать. То есть, здесь мы просто играем, ребят, против... Ну, не команды, а против... Ну, просто турнир. Ну, в общем, как-то так. Давайте возьмем себе М4А1. И давайте возьмем ножик. Пока что побегаем с ножиком. Да, вот такие вот у меня скины. Все красивые скины, ребят. Так, ну давайте-ка. Окей. Так... Пока что видно то, что к нам никто не идет и, наверное, даже не собирается. Но мы это знаем, что кто-то все-таки ведь дойдет до нас когда-нибудь, наверное. Опа, одного убил. Видите? Как надо... Второго убил. То есть, видно, никаких читов у меня нет в CS 1.6. Это же, ребята, CS 1.6. Так. Так, запустили бомбу. Убиваем третьего. Так. Так, калаш мы не берем. Так. Я даже глушитель не поставил, потому что нафиг он мне нужен. Так, он мне не нужен. Просто. Так, там двое. Одного. Убиваем. Не убиваем. Второго убиваем, все. Давайте разминируем бомбу. Мы успеем. Я уверен, что мы успеем разминировать эту бомбу. Все, ребятки. Ну что ж, ребят, давайте дальше. Так. То есть, мы играем так. То есть, я играю, и 5 человек из нашей команды играют. Из команды Kings Game. То есть, я проверяю сейчас моих друзей, как они вообще умеют играть. Просто. Так. Берем калаш. Так, ну можно сюда подпрыгнуть, да? Так, не, нельзя. Ну ладно, давайте побежим сюда. То есть мы пока что ждем их. Так, я их подождал, убил хедшот. Можно через стену. Одного убил, сейчас второго еще одного убил. Давай-ка, перезаряжаем. И давай-ка стрелять. Еще одного. Спокойно. И еще одного убил. Вот так вот мы играем. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем пока.